Kunjabi Hari Jayadamadava Kunjabi Hari Jayaradha Madhava Kunjabi Hari Jayaradha Madhava Kunjabi Hari Gopi jana valabha kirvaradhari Jaya Gopi jana valabha kirvaradhari Gopi jana valabha kirvaradhari Jaya Gopi jana valabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Yamuna Kiravanachari Yamuna Kiravanachari Yamuna Kiravanachari Yamuna Kiravanachari Jayodhatha Madhava Kunjabi Hari Jayodhatha Madhava Kunjabi Hari Jayodhatha Madhava Kunjabi Hari Jayodhatha Madhava Kunjabi Hari Jaya Prabhupada Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya, Jaya Prabhupada, Jaya, Jaya Prabhupada, Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Jai Gora Nitai, Gora Nitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Шо Прабхупада ки, Jaya, Шри Гауранитай ки, Jaya. Вологодским преданным ки, Jaya. Вайшнава Сава Прабху ки, Jaya. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь третья, сетование Девахути, глава 23, текст 44. Ибхаджана Вадхатманам, Ибхаджана Вадхатманам, Манавим Суратот Сукам, Манавим Суратот Сукам, Рамамни Раммаян Реме, Рамани Рамаян Ремей Варша Пуган Мухуртават Варша Пуган Мухуртават Ибхаджаян Ниватманам Ибхаджаянаватманам Манавим Суратоцукам Манавим Суратоцукам Рамам Нирамаян Ремей Рамани Рамаян Ремей Варша Пуган Мухуртават Варша Пуган Мухуртават Ибхаджьяна Ватхманам Ибхаджьяна Ватхманам
Манавим суратот сукам. Манавим суратот сукам. Рамам нирамаян реме. Рамам нирамаян реме. Варша пуган мухуртават. Варша пуган мухуртават. Илхаджанамадхатмана. Манавим суратот сукам. Сукам. Манавим суратот сукам. Рамам нирамаян реме. Рамам нирамаян реме. Ваша пуга нухуртават. Илхаджанамадхатманам. Манавим суратот сукам. Манавим суратот сукам. Рамам нирамаян реме. Варша пуган мухуртават. Варша пуган мухуртават. И бача навадхатманам. Манавим суратот сукам. Рамам нирамаян реме. Рамам нирамаян реме. Варша пуган мухуртават. Варша пуган мухуртават. Вибхаджиям. 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 Разделив. Разделив. Навадха. Навадха. На девять. На девять. Атманам. Атманам. Себя. Себя. Манави. Манави. Дочери Ману Белахути. Дочери Ману Белахути. Сурата. Сурата. Половой близости. Половой близости. Уцукам, Уцукам, желавший, желавший. Рама, Рама, своей жене, своей жене. Нирамьям, Нирамьям, доставляю удовольствие, доставляю удовольствие. Реме, Реме, он наслаждался, он наслаждался. Ваша пугам, Ваша пугам, в течение многих лет, в течение многих лет. Мухуртават, Мухуртават, как мгновение. Как одно мгновение. Вернувшись домой, он распространил себя в девять форм, чтобы доставить удовольствие Девахути, дочери Ману, которая желала физической близости с ним. Так он наслаждался Девахути в течение долгих лет, которые пролетели для него как одно мгновение. Комментарий Божественного Сукхатанса Шилпапады. Шилпападаки. В этом стихе дочь Самбу Ману называет Суратот Сукам. После того, как Девахути вместе с мужем облетела всю вселенную, побывала у горы Меру и в прекрасных садах райского царства, неестественным образом проснулось сексуальное желание. И чтобы удовлетворить его, Кардан Муни расстанил себя в девять форм. Тогда вместо одного появилось девять мудрецов, которые в течение многих лет наслаждались физической близостью с Девахути. Считается, что сексуальные потребности женщины в девять раз больше, чем потребности мужчины. Данный стих еще раз подтверждает это. В противном случае Кардамуни было бы незачем распространить себя в девять форм. Распространив себя в девять форм, он еще раз проявил свои мистические способности. Подобно Господу, Верховной Личности Бога, который способен распространять себя в миллионы различных форм, йоги тоже могут распространить себя, однако не более чем в девять форм. Другой пример тому Саубхари Муни, который также распространил себя, но уже в восемь форм. Однако даже самый могущественный йог не способен создать больше восьми или девяти экспансий, тогда как Верховная Личность Бога распространяет себя в миллионы форм, ананта, рупа, бесчисленное множество форм, как сказано в Брахма Самхите. Никто не может сравниться с Верховной Личностью Бога в умении владеть своими энергиями. Вернувшись домой, он расстанил себя в девять форм, чтобы доставить удовольствие Девахути, дочери Ману, которая желала физической близости с ним. Так он наслаждался Девахути в течение долгих лет, которые пролетели для него как одно мгновение. Омагьянам тиман хася, гьянам джанам шалакая, чакшу жу милитам, динам тасма, ишри, гуравин маха,
Шичитайма Пиштам Ставитам Яйна Бутали Сваим Бхагадама Йомна Дати Свам Падати Кам Тапта Канчина Гауранги Радхи Виндава Шишвари Ришабхану Сутады Прана Халипри Ванчика Трубища Крипа Пасина Пепевача Патитана Паланикьо Вайшна Випьо Намонама Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Guru Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Вишна Падая, Кришна Пришая, Бутале, Шимати Бхакти Виданта Свами Тинайне, Намасте Сарасвати Деви, Гаурвани Брачарине, Нирвишеша Шуньявади Пачичардеша Тарине. В 21 главе, в 3 песне Шримад Бхагаватам, глава, которая называется «Беседа Ману и Кардамы», в этой главе рассказывается, как Кардамуни получил даршан Верховной Личности Бога. И ведическая система, ведическая цивилизация, ведическая культура, или правильно, она основана на том, что когда мы видим какую-то выдающуюся личность, мы должны вначале прославить его. У нас могут быть какие-то желания, и если мы к какой-то приходим к личности, то первым мы прославляем ее. Но если у нас есть какая-то просьба, мы можем попросить. Но чистые преданные, как мы знаем, они ничего не просят, да? Они свободны от этого. Они обилаштушням, гена карбанья на вритам, она кулейна кришна, анушилана бхакти рутама. Какой перевод? А? Это определение чисто преднослужения. Да, да, да. А перевод? А перевод такой, что это деятельность, которая направлена на удовлетворение Кришны и не покрыта кармой, геной стремление к мистическим совершенствам. Да, пятерка. Хари Кришна. Хари Кришна. Здесь как раз Кардамуни в этих молитвах он обращается и говорит: «О благословенный Господь, мое зрение исполнило сейчас свое предназначение, обретя высшее совершенство, ибо я видел тебя, источник всего сущего». В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что пока человек не утвердился в гуне благости, он не сможет ощутить истинного блаженства. Кардамуни говорит, что Господь, он является средоточием всего блаженства. Он прославил Господа. Потом он сказал, что лотосные стопы, твои лотосные стопы – это корабль, на котором можно пересечь океан материального неведения. Лишь те, чей разум украден иллюзорной энергией Господа, поклоняются этим стопам ради ничтожных, предходящих чувственных удовольствий, которые доступны даже существам, гниющим в аду. Но ты, мой Господь, так добр, что даже людям даруешь свою милость. И он прославил Господа, и он покритиковал тех, кто поклоняется Господу ради каких-то материальных вещей. И потом он обратился с просьбой к Господу. Он сказал: «О, Господь, я хочу получить девушку, жену, близкую мне по складу характера, которая была бы подобная корове желания, выполняющей желание, и утолит мое вожделение. Но я тоже ищу прибежище твоих лотосных стоп, который является источником всего сущего, ибо ты подобен древу желаний». Интересно, что Кардамуни, он мог обратиться за этой просьбой. Допустим, в Шримад Бхагаватам, там второй песне говорится, что тот, кто хочет получить хорошую жену,
должен молить богиню Уму, да, об этом, супругу Господа Шивы. Но он не обратился к полубогам, тоже Уме, да, о благосклонности. Он обратился к Верховной Личности Бога. На самом деле, здесь Шримад Бхагаватам его прославляет его как святого. Интересно, что он обращается к Господу, да, за решением даже такой проблемы, которая у него возникла. Но интересно, что проходя после всего, что прошло там, семейная жизнь, да, молитвы его не изменились. Интересно, в Шримад Бхагаватам в 3.3, там его молитвы, он говорит: «Вот, дорогой Господь, я пришел сегодня тебе с просьбой. Я хочу стать саньяси, монахом, путешественником, идущим, ну, из города в город и помощи о твоих лот на стопах». И Девахути, она тоже, да, как вот мы читали в прошлых стихах, она как раз говорит о том, что да, все это было напрасно, все это пытались удовлетворить свои чувства, и ну, к чему вообще это не привело, только разочарование, да. Сколько мы не удовлетворяем чувства, они не удовлетворены, они хотят еще, еще, еще. Да? Рупа Госвами говорит: я так долго служил этим чувствам, а они, эти слуги, они все не удовлетворены. Поэтому нет смысла служить этим ненадежным слугам. Нужно служить Верховной Личности Бога. И в 56 стихе вот этой главы, 23 главы, есть известный стих. Неха ядхармат хармае, ядхармат на бараге калпате, на тирх пады саваи, дживана пи мритохи сах. Если деятельность, которой занимается человек, не приводит его на путь религии, если занимается религиозными обрядами, то не приводит его к отречению. И если, находясь в отреченном укладе жизни, человек не развивает преданности Верховной Личности Бога, то следует его считать мертвым, хотя он и дышит. Этот стих, он входит в изучение Шримад Бхагаватам, Бхакти Вайбхава. Да, здесь Шрила Прабхупада говорит, что у каждого есть какая-то врожденная склонность к какой-то деятельности. Если, занимаясь ей, мы не обращаемся к религии, то наша жизнь в соответствии с религиозным принципом развивает нас отрешенность, отречение от мира приводит на путь преданного служения, то наша деятельность является совершенной. Шрила Прабхупада еще цитирует стих из Бхагавад-гиты: «Ягьяртхат кармана нитра, ям карма банханах». Какой период это? Бхагавад-гита 3.9. Что вся наша деятельность, она должна быть направлена как яги, для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа. И во второй песне Шримад Бхагаватам есть тоже известный стих: «Акама сару кама ва, мокша кама удары пхихти, рен бхакти йогина, яджитам пурша парам». Какой ты? А почему вам не сказать перевод? Ну, когда какой-то интерактив есть, то... А, это интерактив. Ага. Включается. Каким бы ни был человек, был бы, является ли он сарвакама, то есть исполнен материальных желаний, или мокшакама, то есть желает освобождения, или акама, то есть свободен от желаний, кроме желания удовлетворить Кришну. Во всех этих случаях он должен все время бхакти-йогина, то есть совершать интенсивные усилия на пути бхакти-йоги. Да, совершенно правильно. Исполнен ли человек материальные желания, свободен ли он от них, должен всем сердцем поклоняться Верховной Личности Бога. Бхагавад-гите есть
стих Махат Манасту Мам Парха Давим Пракрити Машитак Бажайте Атима Насов Гьятал Пудати Мамильям. У сын Притхи, великие души, они находятся под покровительством моей божественной природы, они понимают, что я личность Бога изначальная, неисчерпаемая или неистощимая. И великие души, они, да, находятся под покровительством божественной энергии. Они понимают, что личность Бога – это то, кому мы должны направить свои усилия. Мы сегодня говорили, не должны направлять усилия на каких-то полубогов. Плоды их, они будут приходящим, и потом, в конце концов, принесут разочарование. Там Бориш Махарадж как раз приезжал недавно, да, и вспомнил вот историю, которая произошла на марафон. Они распространяли книги в этом в Московской области. И был город, где там сейчас центральный офис Православной Русской Церкви, как он называется. Может, Сергиев Посад? Да, Сергиев Посад, совершенно верно. Очень интересно, что когда они приехали на марафон, они расстаняли книги, у них через 2 недели все книги закончились. Они заказали еще столько же книг, и через неделю, по-моему, еще закончились эти книги. Заказали еще в 2 раза больше книг, и за последние они тоже ушли. И вот видно, что да, преданный находится под покровительством духовной энергии, потому что, чтобы распространять много книг, нужно получить полномочия от Верховной Личности Бога. Так невозможно просто, не получив полномочия, распространять сознание Кришны. А это возможно, если преданный он предается. В 3 главе, 3 песни, 9 глава, 11 стих, говорится, «Твам бхакти йога парибхавита хрит сароджа, асэйшу текшита падхона нанатха пумцам, ятьят хьяйту рага виба ваянти, татет вапух пранасэ сатану грахай». О мой Господь, твой преданный видит тебя ушами, когда в процессе слушания, когда слушают рассказы о тебе, в процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и ты воцаряешься в их сердце в той форме, в которой они не медитируют. И ты предстаешь перед ними в той вечно трансцендентной форме, на которой они постоянно медитируют, размышляя о тебе. Сейчас был как раз праздник, да, и во время просады Рави Лочина Прабху рассказал историю. И это на самом деле история, она говорит о том, что Господь, Он может выполнить вообще любое желание, да, наше, даже материальное желание. Просто мы должны предаться Ему, просто внимательно повторять Хари Кришна Махамантру. Ну, говорится, что Господь, Он не выполняет до поры до той времени, может быть, какие-то определенные желания, пока это нам не надо. И, как правило, можем видеть, что вот эти материальные желания не выполняются. И мы думаем, зачем вообще я этого хотел, зачем, да мне это и не надо было на самом деле. Просто это не приносит никакого такого определенного блага. Рави Лочина Прабху пригласили там на просад, и там была семейная пара, а Матаджана была его духовная сестра, ученица там Шиварама Махараджа. И она готовит торты для божеств Рады Мадхава. И он рассказал, там готовится вот такой корж и где-то крем. Вот. Так, в таком соотношении. Какой-то крем, он рецепт очень такой. Ну, не сказал рецепт, но сказал, что очень вкусный торт. И он думал, вот хорошо бы вот прийти, ну, попробовать этого торта, ну, в гости. А Амата же, что-то было некогда, она готовила просад, она просто решила какой-то пирог сделать, приготовить и засунула в духовку его. Ну, такой без крема.
она засунула, и что-то произошло с духовкой, вылетели стекла малых из этого. И она очень удивилась, думает, ну... Откуда они вылетели? С духовки стекла вылетели, что-то произошло. Да, и стекла они прям... Вот, треснуло, да, и они упали просто на пол. И она подумала, он что-то не так, побежал к своей подруге, которая тоже вот эти торты готовит. Рада Мадова. И там в ее духовке она решила все-таки сделать, приготовить этот торт, который вот такой. Они готовят для Рады Мадова. Поняла, что что-то тут какая-то рука Господа. Она почувствовала это сразу все. И они успели, приготовили все. И принесли этот торт. Там был еще какой-то просад. И преданные они приехали. Арилучина Прабу и Махадев Прабу на рикше. Они еще даже не успели стекло убрать. И он даже спросил, что у вас тут происходило непонятное за это. А матушка говорит, ну, вы, говорит, Трилочину Прабу, говорит, опасный, говорит, человек. Она поняла, что у него было вот это желание, на самом деле, вот этот торт, да, попробовать. И Господь, он как-то раз все устроил таким образом. Она почувствовала такую руку Господа. И сейчас приближается марафон Шивапада, осталось совсем немного, месяц небольшим, и время оно быстро идет, да, и сейчас очень важно как-то подготовить себя к марафону, да, потому что Трахини Сута Прабу, он приводил пример, что поезд, локомотив, он не может сразу, ну, с первой секунды, да, но с двух секунд скорость набрать нужно. Сейчас современные локомотивы, конечно, быстро они разгоняются, но да, допустим, до 100 км в час они могут и больше разгоняться. Но невозможно, все равно нужно какое-то время. И также нам, чтобы как-то включиться в этот процесс распространения книг, нам нужно какое-то время. Мы должны там подготовиться, чтобы у нас там были все в материальном плане, были все одежды теплые и так далее, вещи там, книги. Вот, машины были все подготовлены. И также мы должны себя духовно подготовить, да, как-то должен быть какое-то вдохновение определенное, потому что без вдохновения мы видим, что мы не можем долго распространять книги, да. Хотя мы видим, если кто-то рядом с нами испытывает это вдохновение, вкус, если мы можем увидеть это, можем тоже вдохновиться, да, черпать это вдохновение. Ну, как правило, да, источником вдохновения могут являться киртан, да, мы когда собираемся вместе, поем киртаны, вместе занимаемся какое-то совместное служение, да, это очень сильно вдохновляет, очищает нас, дает какую-то решимость. Вышла вот новая книга с письмами Шрилы Прабхупады, там Шрила Прабхупада в одном письме, он пишет, что для того, чтобы обрести решимость, необходимо молиться Господу Нитьянанде, да. Господь Нитьянанда может дать нам вот эту решимость, да, вот этот вкус к санкиртане, к распространению книг. Может, какие-то есть вопросы, вот осталось 5 минут, какие-то дополнения, поправления. Возражения. А вот в тот раз вы просили историю, да, какую-то мистическую, это самое, я вспомнил, Читанчан вчера Прабу рассказывал, историю про одну матушу, которая вот, у нее вдруг открылись какие-то мистические способности, она на санкиртане стала вот определять имя человека точно, на 100%, как его зовут. Она подходила, говорила его имя, человек очень удивлялся, вот, и он сразу располагался и брал книгу. Потом она немножко возгордилась этим, думала, ну я вот такая, и все, и это пропало сразу.
Да, подпала сразу эти способности. Господь может наделить нас какими-то способностями определенными, да. Вот. Ну, он смотрит, если мы гордимся, вот мы там распространили 100 книг, и мы гордимся, думаем, я распространил это, то в следующий момент он делает так, что мы даже и одной книги не можем распространить. Шукрапада в первой песне Шримад-Бхагаватам говорит, что не следует гордиться заемным павлиньим хвостом. В первой песне Шримад-Бхагаватам там есть удивительные молитвы, да, молитва царицы Кунти, и она молится Татха, Парамахам, Санам, Унинам, Амалат, Манам, Бхакти, Йога, Ритхам, Натхам, Катхам, Пашьем, Хистриях. Ты не сходишь там, чтобы донести науку преданного служения до сердец возвышенных тонистолистов. Но как же мы, простые женщины, можем в совершенстве понять тебя? Она играет здесь роль наивной, простой женщины. На самом деле мы знаем, что это чистые преданные Господа. Он также молится, что «О Господь, пусть мое стремление к Тебе, оно будет подобно водам Ганги». Ганга, она течет, и она не знает никаких препятствий на своем пути. Здесь также в комментарии Шрила-Прабхупада говорит о том, что Кардамони он распространил себя в 9 форм, да. Вот лишь жалкое отражение на самом деле того, что делает Господь, да. В первой песне Шримад-Бхагаватам там есть Парибхаша Сутра, первая глава. 3 глава 1.3.28. Итайтим Шакалах Пумсам, Кришнасту Бхагаван Сваям, Индрай Двайкулам Лукам, Риданти Юге Юге. Какой перевод? Давайте спросим, кто знает, какой перевод? Ты что, все меня до меня? Эта глава, она как раз говорит о воплощении Господа, и потом вот 28 стих после этих перечислений как раз говорится, что все эти воплощения, которые являются полными частями, либо части полных частей, они являются верховной ли это чем Шаркалах Пумсам, Кришнасту Бхагаван Сваям, что они являются самим Кришной, да. И они приходят, когда по вине атеистов возникают какие-то беспорядки. Но Кришна – это изначальная личность Бога. Все, наверное, время уже закончилось, 9 часов. Эта история, она произошла в Нижегородской области в начале там 2000-х годов. Тогда мы распространяли книги, у нас была четвертая модель «Жигулей». Я водительское удостоверение в 2003 году получил, и тогда не водил машину. 2001 год, второй был. И мы ехали с преданным, он был за рулем. И это была суббота, и я повторял мантру. Тогда в субботу организации не работали. Я думал, где бы сейчас распространять книги. А суть вообще распространения книг по офисам, это то, что нужно распространять комплектами. Потому что нет смысла приходить к директору и распространять одну книгу. Или предлагать одну книгу. Это можно сделать на улице. Потому что вы столько усилий совершаете там,
пройти охрану надо, да? Потом секретарь, она будет вам задавать такие вопросы, вот, а по какому вопросу вы приехали? И смотреть пронзительно на вас, на вашу одежду, на вашу обувь. Вот. С какой вы деревни приехали, или откуда, или что, и чего вам от директора надо? По делу вы приехали или просто там что-то предложить. Вот. И это ее работа, да. Как вот здесь вот, здесь недалеко фирма она находится. Вот улица ближайшая, и прям там дом. И там домофон, я там нажал кнопочку, и меня спросили, по какому вопросу. Я говорю, по вопросу приема бхакти. Секретарь, она очень находчивая, она сразу в интернете набрала. И сейчас подождите. Тык-тык-тык-тык. И говорит, читает прямо возвышенная любовь к Богу. О, говорит, по такому вопросу я не могу вас пустить. И не пустила. Она четко выполнила на 100% свою работу. Обязанность не пускать никого. Человек не хочет прямо в арте. Ну, секретарь, она, да, ну, надо вот пробиться, да, через директоров, и вы там предложите директору, он возьмет одну книгу, то, ну, можно сказать, что потратили столько времени. На улице не надо тратить, как правило, столько времени, чтобы подойти к человеку, вы просто подходите и общаетесь с ним. Вот я тоже вчера там какой-то Lexus, он отъезжал с парковки, и я решил приложить книги, остановил машину, там муж с женой сидели, вот, и достал книгу. Она спросила, говорю, вы из Вологды? Они, да, да. Достал книгу, стал показывать, там, они, говорят, не надо. А жена такая вообще просто там, я же тебе сказала, не открывай, ты бы еще дверь открыл бы. Я так понял, сразу видно, кто в семье хозяин, вот. Человек на богатой машине, там все там, ну, просто видно, что он несчастный, там постоянно ругается, видно, там, ну, с женой какие-то склоки там. Ну, не удалось, да, получить милость Шилпапада. Может быть, в следующий раз там в офисе иногда бывает ситуация, некуда убежать директором. Вот, он себя в кабинете. Спрашивали мистические способности. Лексус остановить. И окошко открыли вам. Хотя жена говорит, что не останавливайся, не открывай. Если бы он взял бы книгу, это была бы мистическая способность. А так, человека, который, как говорится, не хочет взять книгу. Вот Махеша Прабу, он обладает такими мистическими способностями. Он может расценить любому книгу, как там... У него есть такая мантра. Человек говорит, да мне не надо это. И Махеша Прабху говорит, да у нас люди хорошие, кому ничего не надо, просто 100 рублей на храм жертвуют. И человек такой, дает 100 рублей, и потом у него через несколько секунд книга в руках, он что-то рассказывает, вдохновляет, он, ладно, возьму книгу. Ну, человек пожертвовал 100 рублей уже. И сам не знает, как у него книга в руках осталась. Вот это мистическая способность, да, ценить любому книгу. И я ехал, ну, сидел на заднем сиденье, повторял мантру, я мечтал, думаю, как распространять бы книги. И неожиданно в колесо попало как саморез. Оно спустило колесо, и кто вот знает, что устройство такое, четвертой модели Жигули, запаска, она находится там внутри, из салона надо, и для того, чтобы ее достать, нам там было где-то 400 книг, машина, надо было все их вынуть. Мы вынули книги, значит, это запасное колесо поставили, и там было, прям видно было, что монтаж. Преданный поехал туда, на шиномонтаж. А я остался, ну, сторожить книги, и смотрю, идут двое пьяниц, алкоголиков. Так пошатывается, у одного бутылка в руке, и там наполовину выпито. Я обычно люблю, не люблю расценять книги пьяным. Лучше, думаю, ну, вообще уйти. Уйти или убежать.
Вот. Ну, зачем предлагать книги? Вообще непредсказуемая реакция от них, не знаю, что. То ли он в глаз стукнет, то ли возьмет книгу. Вот. И до конца, вообще, прям до конца непонятно. Вот. И тут отступать некуда было, книги были сзади, родина была сзади. Вот, поэтому этот человек, они приближались, и он спросил, эй, говорит, что тут происходит, который с бутылкой шел. Я вспомнил, что в любой ситуации надо проповедовать. Ну, достал книгу «Источник вечного наслаждения», и вот мы книги духовно распространяем. С монастыря приехали. Вот, он говорит, а что ты мне, говорит, одну книгу показываешь? И у меня прям какое-то внутри чувство прям такое, это Кришна, говорит. Что одну книгу предлагаю? Нужно вот по осям распространяем, нужно сразу комплект показывать. И в любой ситуации нужно показывать комплект человеку. Мы показали одну книгу, он взял одну, а вы показали комплект, он может купить там 10 книг. Сколько вы ему предлагаете, он может только и взять. Я быстро сложил набор книг, показал, рассказал об этих книгах. Сказал, что они у нас 500 рублей стоят. Как пожертвование на храм. Алкоголик достал 500 рублей, пожертвовал. Вот, и его друг еще пожертвовал 50 рублей. Я ему дал еще источник вечного наслаждения. И они так пошатывались книгами дальше. Получили милость Господа Нитянанда. Может, вы расскажете какую-нибудь историю? У меня уж все это. Ну, приятно, как раз они тут не слышали ваши истории. Ну, вот я могу рассказать вот с Нефтьюганска, который летом был. Я на улице распространяю пушку. И там возле Сбербанка вышел, из Сбербанка вышел молодой человек, около 30 лет. 32, может быть, так. Я ему дал книжку и стал рассказывать. И обычно я спрашиваю, ну, знаете, там, это. Харе Кришна поем. Он говорит, а, да, такие сектанты. И я с сарказмом говорю, да, страшные люди, это, сектанты, да, очень страшные люди. И потом мы он это, видать, не уловил, этот мой сарказм. То есть воспринял это как за чистую монету. И я с ним стал дальше общаться, и потом он задал вопрос, так что это за религия? Я говорю, ну это сознание Кришны, это, в общем-то, не религия, духовное знание мы это называем. Вот. И у него в конце разговора сложилось такое впечатление, что кришнаиты и сектанты, да, и сознание Кришны – это разные вещи. Потому что я в конце уже разговора он уже пожертвовал, я ему дал книжку. И еще когда я у него спросил, когда сказал, что вот это, знаете, Кришны, то он говорит, да, сектанты, я говорю, да, страшные сектанты. И он говорит, они там квартиры это самое забирают. Я говорю, да, очень вообще опасные люди. И вот когда уже у него сложилась такая картина. То есть кришнаиты и сознание Кришны – это разные вещи. И он уже дал пожертвование, я ему пожал руку, уже похлопал по плечу, пожелал ему всех благ. И уже стал ходить. И у него такой вопрос. Что это такое? Я говорю. Чем отличается сознание Кришны от кришнаитов? Я говорю, это ничем не отличается, это одно и то же.
И я уловил его это самое, к чему он это ведет, я говорю, да, я тот самый страшный кришнаид, о котором ты говорил. И это самое. И у него такая челюсть, как говорят, отпала, то есть он это самое открыл рот и не знает, то есть, ну, мы с ним так по-дружески так расстались, он пожертвовал и книгу получил, и то есть у него такие. В голове мысли такие, это самое, противоречивые. И он в таком ступоре стоит, с открытым ртом. Я уже не знаю, но я уже получил пожертвование, дал книгу, все, пожалуй, что мне надо идти дальше. И я разворачиваюсь, иду и делаю там шагов 5, наверное, 10. Я чувствую, все равно он стоит и смотрит на меня. И он такой, у него... вернулся этот дар речи, да, и он кричит мне, а квартира твоя как, где? Я говорю, квартира у меня все на месте. И тогда он уже это самое, то есть вышел из ступора, довольный, наверное, и пошел в другую сторону, куда хотел. То есть он вышел из этого ступора. Ну, ничего такого. Ну, мне запомнилась эта вот история. А практически, ну, у меня на улицах они как все однообразно. Люди говорят одно и то же. Грантарадж, Шмадбхагаватам ки, джай, Шупрупада ки.